Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы в Первом Апостоле слушали слова апостола Павла, и я вдруг для себя услышал по-новому: Господи, такие дерзкие и опасные слова апостола Павла. В некотором случае, может быть, даже страшные. Вдруг он говорит: я потрудился больше всех апостолов. Вот давайте свежим взглядом на его слова посмотрим. Но по-христиански разве можно так говорить? Но ведь это же гордо. А никто же гордый не найдет Царство Небесное. Ну как же апостол Павел может говорить такие дерзкие слова? Я потрудился больше других апостолов. Павел, разве можно не только так говорить, разве можно даже так думать, я потрудился больше всех? Ведь это очень опасно, ведь это может тебя такое искушение, через такое искушение гордости, ну прямо в ад отправить. Но почему-то великий апостол Павел говорит такие дерзкие, с одной стороны, слова, но он дальше продолжает. Он продолжает вот саму суть. Но все, что я сделал, это благодать Божия. И сразу становится все безопасно. Нельзя это просто сказать. Это благодать Божия. Извините, это вот просто болтовня. Ты говоришь, это благодать Божия, а внутри у тебя остается: а все-таки я потрудился больше всех. Благодать Божия — это не от тебя. Это не то, что ты сам себе решил, вдруг для людей озвучил. Благодать Божия вдруг осеняет тебя, как откровение. Благодать Божия устраивает твою жизнь очень мудро и приводит тебя в безопасность. Смотрите, дальше есть у апостола такой момент, где он говорит такую деликатную вещь о себе. «Мне дан ангел сатанин, чтобы мучить меня. Я много раз просил Бога, чтобы он его отнял. И что ему Бог ответил? Терпи, давлеет тебе благодать моя». Великий апостол Павел не может упросить Бога избавить его от такого искушения, которое несет. Ему дан был ангел сатанин, который мучает его. Говорят, по преданию апостол мучился эпилепсией. Я могу сейчас ошибиться, но простите. Что, о чем он говорит? И он просит Бога: избавь меня, Господи. А Господь ему отвечает: давлеет тебе благодать моя. Все в моей благодати. Терпи. Это терпение дает тебе крепость, смирение, что все, что ты имеешь, твой великий дар слова, великий дар рассуждения, великий дар благодати, это все благодать моя. Ты сам по себе ничто. Потрудился ты больше других апостолов. Но потрудился ты. Но если не осолено моей благодатью, ну это все с тобой умрет. Все, что ты сделал. Смотрите, дальше мы сегодня слушаем Евангелие, когда подходит к Господу молодой юноша и говорит: «Учителю благий, что мне сделать, чтобы спастись?» И Господь ему говорит: «Ну, соблюди заповеди. Возлюби ближнего, не кради, не прелюбодействуй, почитай свою мать». И этот юноша говорит: «Господи, да я это все исполнил. Вот во всей полноте я исполнил закон Христов, закон Божий. Нравственный закон я весь исполнил». И тогда что Господь говорит дальше? Как он продолжает? «Хочешь быть совершенным? Оставь имение свое и следуй за мной». А он имел большое имение. И этот юноша ушел смущенный. Он не смог этого понести. Многие вот в земном разрезе оценивают его имение как дома, богатство, земли, рабов, драгоценности. А святые отцы
оценивает глубже. В чем же его имение? Это не только земное имение. Святые отцы оценивают это имение как и духовные дары, и духовные достижения, и духовные труды. Все, что ты сделал, чего ты достиг в духовной жизни. Научился молитве, научился послушанию, научился бдению, научился ты там, соблюдаешь пост, раздаешь милостыню. И все это становится твоим духовным имением, которое твое. И вдруг даже в этом духовном плане Господь может сказать: оставь имение свое и следуй за мной. То есть даже все духовное, что ты приобрел, если оно не в духе, а от твоей доброй воли, от твоего доброго желания, от твоего искреннего усердия, если даже этим, если вот этим ты не можешь пожертвовать, то ты останешься со своим имением всего лишь и никогда не достигнешь совершенства. Почему апостол Павел, вот уникальное явление, может говорить и такие, ну, казалось бы, гордые, дерзкие слова и остаться апостолом Павлом? Потому что он понимает, все, что он имеет, это ангелы, которые его мучают. Все остальное доброе – это от Бога. Ну, я имею в виду, что принимается в Царстве Небесном, как труды, как заслуги. Можно жить церковной жизнью всю жизнь, искренне. 50 лет ходить в храм, ни одной службы не пропускать, читать псалтири, пропасти, раздавать имение. Все то, что сделал этот молодой юноша. А смотрите, Господь ему говорит: чего-то ты еще не доделал. Но если ты все делал через свою самость, мое доброе сердце так желало, мой разум, который понял, что нужно спасаться, мне так говорил. Но это все твое. А попробуй все это отдать. Когда ты это приобретал 50 лет, например. Приобретал молитву, науку послушания, приобретал науку раздавания. Наука раздавания сначала давалась тебе очень сложно. Первое отдавание было, вот рука тянулась и сюда, и сюда. Потом ты переборол и научился отдавать, научился промолчать, научился смириться. Научился сказать: будьте благословенны, но это всего лишь все твое. А вот от Бога, когда ты готов все это отдать, и тогда начинает тебя Бог спасать, и это становится даже для человека, ходящего 50 лет в храм, может быть, служащего в литургии, это становится откровением, чем-то новым, совершенно неведомым. Когда ты вдруг начинаешь спасаться благодатью Божией, а не своей искренностью, не своим мужеством, не своим усердием, не своим терпением. Все это перед благодатью Божией рушится. Но благодать Божия – это чудо. Никто не может понять апостола Павла, его дерзость сегодняшних слов. Я потрудился больше всех. Он мог это сказать. Никто из нас не может. Никто из нас не может. Потому что в нем было... Помните, после этого юноши, когда он отошел в печали, апостолы недоумели, подходят к Господу и говорят: да кто же может спастись, если вот этот вот чистейший девственник юноша, который дает милостыню, который исполняет закон, ходит в храм, читает Священное Писание, молится, почитает родителей, благополучных. И вдруг он от тебя отходит печальный, потому что ты говоришь, что он чего-то не сделал. Да кто же может спастись? И Господь говорит ключевую фразу для всех христиан.
Для тех христиан, которые всю жизнь ходят в храм, человеком это невозможно. Да хоть лоб разбей, хоть все имение раздай, земное. Человеком это невозможно. Все возможно только Богу. К этому нужно прийти. К этому нужно прийти через разочарование в самом себе. Вот когда ангел сатанин замучает тебя, до той точки, когда ты говоришь, все, я ничто. Иисусе. Все, я лежу мертвый. Подойди, подними меня. Вот это начинается христианство. Для кого-то через 30, для кого-то через 50, а для кого-то, к сожалению, даже и помрет и не начнется. Помрет христианином, соблюдающим заповеди Божии, почитающим отца и мать, воздающим имение, но не докончавшим чего-то главного, не понимающим, что все в благодати Божией. Все наше – это, ну, красивое, как цветок. Распустился, порадовал глаз, залял, высох и осыпался, и нет его. Господи! Смотрите, какими были великие апостолы. Господь идет на смерть, говорит, я иду на распятие. Они идут рядом и говорят, Господи, можно спросить? Можно я сяду один по правую сторону, другой по левую, в Царство Небесное? Это ж какое безумие надо иметь, чтобы твой отец идет на распятие. А вы идете и говорите, а кому достанется машина, а кому квартира? Вот такими были апостолы. Вы что думаете, они стали великими апостолами через переосмысление жизни после распятия Христова? Да никто ничего не может осмыслить. У нас мозгов не хватит, духа не хватит. Это было не их. В день Пятидесятницы Господь их осолил, осветил Духом Святым. И вдруг с ними что-то произошло. Никто не может спастись. Как, и никто не свят, как только Бог. Человеком это невозможно, Богу возможно все. Но чтобы прийти в это состояние, нужно прийти, пройти точку глубокого смирения, глубокого переосмысления самого себя и своих дел. Господи, спасай ты меня. Я уже наспасался. Хватит. Спаси меня, погибаю. Иисусе сладчайший, спаси нас. Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Слава тебе.